Диалектик ПЛГД. Значит, занятия наши связаны с той проблемой, которую мы вот перед началом обсуждали, что надо изучать марксизм. А как изучать марксизм? Ну, на этот вопрос уже Ленин ответил, поэтому нам как бы задаваться, так сказать, как бы с таким видом, что мы не знаем, уже не следует. Мы знаем, что марксизм имеет три источника и три составных части. Причем они так связаны, что они уже не просто части, а являются моментами. Понятие «момент» нам с вами известно. Моменты – это неразделимые. А почему неразделимые? Если я изучаю политэкономию, ну, скажем, так у нас и было. Вот, скажем, я в свое время был аспирантом экономического факультета кафедры политэкономии крупнейшей в стране и, так сказать, защищал на ней доступ политэкономии, и это не касалось нас вроде как. А есть другой факультет философский, он был в том же здании, но он совершенно не пересекался с нашим никак, ни в какими исследованиями. А потом появился факультет политологии и уехал к Смольному, так сказать, с задней стороны там находится Смольного, близко к органу власти, но вот это вот с той стороны, там, где Смольный собор. Вот такое разделение было. Мало того, что было разделение, недавно выяснилось, это недавно я для себя выяснил, может, вы раньше знали, что только уже в 1946 году, вдруг, так сказать, постановление ЦК ВКПБ было принято решение о создании Академии общественных наук, которая будет исследовать и научно эти проблемы марксизма, и высших партийных школ, людей, которые находятся на освобожденной партийной работе, туда направляют, обучают. Всему, чему хочешь обучать. Диамат там есть, ИСТМАТ есть, политэкономия есть, а научного социализма нет. Хотя имелась работа, вопросы ленинизма Сталина, прекрасная работа. Это раз, а во-вторых, краткий курс истории ВКПБ, который не сугубо только исторический, это уже идеалистический, который тоже отвечает задаче научного социализма. И то, что мы потом получили после 1961 года, уже после контрреволюции, в 1962 году соратник или подельник, лучше сказать, Хрущева Суслов, который был секретарем по идеологии, и которому мы, так сказать, обязаны тем, что вот такой конфликт был с Китаем, потому что он отстаивал этот вопрос о общенародном государстве в полемике с китайской компартией, которая, так сказать, конечно, объявила, что это ревизионизм. Но в 1962 году появилось, он собрал совещание большое, объявил о введении новой дисциплины – научный коммунизм. Ну, вроде бы, какая разница – научный социализм или научный коммунизм? Как бы, вроде, разницы нету. Во-первых, но социализм, мы знаем, это низшая фаза коммунизма и выходящий из капитализма непосредственно. Сколько этого он будет выходить? И сколько социализм будет продолжаться? Видимо, очень долго. Особенно на примере нашей стороны видно, что мы еще обратно ушли в капитализм, чтобы, так сказать, разбежаться еще раз и дальше еще прыгнуть. Поэтому какие данные для того были к тому времени, к тому, чтобы говорить о научном коммунизме уже? Наверное, имеется, а тогда под коммунизмом понималось уже в 1962 году высшая фаза, а не низшая фаза. Потому что если бы это было иначе, то, наверное, не ставилась бы в программе задача через 10 лет прийти к коммунизму. Оглянитесь назад, и в 1936 году советское общество вступило в коммунизм, в первую фазу. Что значит через 10 лет? А через 20 лет будет полный коммунизм. Причем это же революционные такие вещи. Вот что говорил Ленин по поводу возможности, так сказать, таких, называть какие-то даты, когда речь идет о революциях и других таких мировых процессах, которые, ну, не запланируешь. Он говорит, что мы этого знать не можем. Вы знаете, что совсем где-то лет 11 до революции уже довольно пожилой Ленин, играя в шахматы, так сказать, обсуждал вопрос о том, что вот, наверное, мы-то уже старики, наше поколение не доживет до революции. Ну вот, молодежь-то, наверное, вот наша, которая в партии есть, она, наверное, доживет. Поэтому никаких, так сказать, вот. И для самого Ленина это было вдруг то, что развернулось некоторые неожиданно. Понятно, что империализм чреват войнами, но вы можете предсказать, какого числа? Вот все от Сталина требуется. Вообще он безобразно себя вел. Не предсказал точно, когда будет война.
Хотя, если вы возьмете, скажем, где-нибудь, ну, год такой 46-й, вы простите, 36-й год, в 36-м году встречался Сталином с лордом-хранителем печати английским, и обсуждал этот вопрос, и он ему объяснял, этому лорду-хранителю печати, что нельзя верить немцам и японцам, потому что они все договора порвали. Поэтому этот договор о ненападении, который с ними заключен, вообще ничего не означает. А сколько уже наговорено, было написано, что Сталин не знал, что, вот, что будет война. Да это вот тут такая гонка была с точки зрения создания системы вооружений. Гонка просто неимоверная. Кто-нибудь мог бы представить, что так, с такой скоростью можно создать так, такой военно-технический потенциал, какой создали в Советском Союзе? Дескать, он не знал. Дальше. Вы в курсе дела? Вот у нас был акт о ненападении. Вы в курсе дела? А у Англии с Францией что было? Тоже этот... Нет, что? Мюнхенский сговор, да. Ну, тоже они его не заключили пакта. Нет, пакта не было. Ну, Мюнхенское соглашение. Я еще в Берлин приехал. Мюнхенское соглашение, это есть другое, во-первых, Мюнхенское соглашение. Ну, кто? Так я просто хочу продемонстрировать, что это не... мне тоже до этого года неизвестно было. Я сейчас решил, что пора этого обвиняемого все-таки дочитать до конца. Добрался до 17-го, 18-го тома, и вот сейчас вот в 17-м томе я обнаружил, что оказывается... Значит, товарищ Сталин объясняет там представителям других государств, которые приходили, я скажу, что вот вы там, сказать, нас обвиняете. Ну, интересно, говорит, вы люди. Мы пакт о ненападении с Гитлером заключили вот сейчас только, в 39-м году, а в 38-м году декларацию о ненападении с Гитлером подписали англичане, декларацию о ненападении французы подписали осенью 38-го года. А вы хотите сказать, чтобы перед всем миром мы были выставлены как держава, которая хочет развязать войну. Гитлер предлагает, и из всех крупных держав Советский Союз говорит, нет, мы не согласны на акт о ненападении. А что касается отношения к актам, ну неужели 36-й год, неужели вы думаете, что какие-то акты их остановят, когда они, ну посмотрите, они все акты разрывают, какие были. Поэтому нам, конечно, нужно, так сказать, за этой всей логикой следить и смотреть за развитием событий. Но вот насчет марксизма я хочу сказать, что вот этого самого, и один источник был изъят, а взят некий научный коммунизм, чтобы, так сказать, а для этого нет никакого материала. Потому что, дескать, у Маркса, у Энгельса, у Ленина, у них все устарело, у них же научный социализм, а тут же научный коммунизм. И поэтому получается так, что, дескать, давайте новые учебники. А что в новых учебниках? Что у нас общенародное государство. Вот для чего нужна была новая дисциплина – научный коммунизм. Ну, чтобы вместо государства диктатуры пролетариата, да, было общенародное государство. Да, да. Вот такая картина. Это было. Поэтому мы что делаем сейчас? Мы делаем то, что мы, дескать, нет, должны сделать. Ну как, последовательные марксисты, то есть мы рассматриваем это учение в единстве политэкономии, философии и научного социализма. А научный социализм – это теория и практика рабочего движения, классовой борьбы рабочего класса. Поэтому если мы эту практику убираем, то вообще это политэкономия изучать. Ну это интересно, конечно, особенно хочешь стать коммерсантом. Вот. А диалектика, она вообще никому не повредит. Но другое дело, что некоторые товарищи, которые занимаются шахер-махером, они это не воспринимают. Потому что тут надо сидеть, думать, а тут надо брать. Вот тут, а вы время теряете, товарищ Кутюк, надо сейчас бежать, хватать. А мы вот тут тратим, а вы что, могли бы уже мешки принести с деньгами. Поэтому мы возвращаемся снова к тому, что поскольку это моменты, то какая тут проблема? Ну вот человек «Капитал» может читать без Кекеля? Может. Ленина можно изучать, так сказать? Понятно, написано. Более популярно, чем Ленин. Я не думаю, что кто-то может из новых, так сказать, тех, которые объявляют себя марксистами, изложить. Значит, единственное, что у нас представляет свои большие трудности,
И это мы все прекрасно понимаем. Это вот эта самая диалектика, которой мы этот, в программе Красного университета у нас там научный социализм, мы это подчеркнули, и очень хорошую лекцию прочитал Александр Сергеевич. Вот. Хотя у нас тоже стояла политическая теория, так как-то тоже не очень здорово. Но вот мы провели ученый совет, решили, что нам надо все это восстановить, как положено. И все это сделали в программе. И у нас в программе теперь и научный социализм, и диалектика, и исторический материализм, и политэкономия. И в единстве, значит, если будем изучать, лучше понимать диалектику, мы лучше поймем капитал. Ну, хуже будем. Поймем капитал, но хуже. Вот. А если мы хуже поймем капитал, ну, хуже будем организовывать рабочие движения. Ну, будем. Потому что если не будем организовывать рабочие движения, мы ни капитал не поймем, ни диалектикой не будем заниматься. Правильно? Потому что, ну, все это для чего-то делается, а не просто так. И мы с вами совершенно четко знаем, что вот сегодня у нас здесь присутствует там порядка десятка человек, но вот последнее занятие, очень сложное, просмотрело более чем 1200 человек. То есть, а 1200 человек означает, что больше 1000 людей систематически этим занимается. Но потом это не такая вот уж увлекательная вещь, вот я бы сказал, она сложная на самом деле. И поэтому надо понимать, что люди так просто это смотреть, сидеть не будут. Потому что люди понимают важность этого дела. И мы понимаем важность этого дела, поэтому мы будем продолжать это делать. Штудировать. Что значит штудировать? Что значит? Ленин советовал штудировать науку логики. Зачем? Почему не надо ее просто изучать? Штудировать – это значит постоянно возвращаться. Ну, хорошо. Возвращаться? Ну, вот даже если мы уйдем от диалектики, посмотрим, как штангисты берут вес. Вот он подходит к штанге. Что он дальше делает? Походит, походит. Может быть, он тут походит, в этот раз он попробует еще, еще попробует, не взял. Ну, тогда он в следующий раз. Или прыгуны в высоту, или прыгуны в шестом. И они, кажется, совершают новый подход и, наконец, взят рубеж. Да? Но если это сложная вещь, это удивительно для нас должно быть, участников кружка, что мы вот сейчас разбирали эту самую суждение рефлексии. А я потом, как человек, который обязан послать описание этого кружка для тех, кто вывешивает, вот Степан Степанович отдаст карточку товарищу, нашему руководителю рабочего ЗВ, Сергею Викторовичу Тюленеву. Мы должны указать, что, как будет называться. Называется это суждение рефлексии «Начало». Как бы начали, но еще не взяли. Поэтому у нас сейчас сегодня второй подход. Я думаю, мы сегодня должны это дело хоть овладеть этим делом. И так и дальше пойдем. Мы сейчас двигаемся медленно. Кто нам расскажет, как быстрее двигаться, пусть покажет, кто у нас в России или в мире двигается в изучении науки логики, вот уже находится в учениях понятия и двигается быстрее нас. Если кто об этом узнаете, позвоните мне, пожалуйста, или телеграфируйте. Срочно мы выйдем, встретимся, порадуемся и так далее. Но пока таких сообщений нет, поэтому мы будем уж как-нибудь потихоньку двигаться, как нас учили. То есть есть вот трудные задачи, а трудные задачи требуют преодоления трудностей. Вот, собственно, и все. Вот это, на этом вступление я закончу. И давайте обратимся к тексту. Значит, когда мы начинаем какую-то новую тему, что мы всегда делаем? Немножко возвращаемся назад. Перед этим мы какое суждение изучали? Универсальное суждение. Нет, это уже это универсальное суждение, это конкретно. А какое мы суждение перед этим? Сейчас мы... Крупное деление было какое? Вот было суждение... Вот откройте 54-ю страницу. Что там написано? 54-ю. Суждение наличного бытия. Вот это представляется вам сложно сейчас сказать, как оно выглядит? Вот, Владимир Александрович, суждение наличного, как выглядит? Скажите, сказать, форма этого суждения. Лично есть всеобщее. Можно и так. Да, а самый это простой внешний вид, у него такой субъект, есть предикат. А раз есть, значит это бытие. Значит, раз бытие тут торчит, значит это суждение
на личного бытия. И все, и запомнили. Мы уже это проехали. Суждение на личного бытия. Там мы это все читали, виды рассматривали, положительное суждение, отрицательное суждение. Потом оказалось, что отрицательное суждение это как-то более соответствует форме суждения, чем положительное. Да? А потом мы дошли аж до такого суждения, которое ну, совсем хорошее, там вообще бесконечное суждение. И как оно выглядит? Единично, единично. Красота, просто и понятно. Будете спорить, что единично, единично? Единичное, единично. Да, единично. Будете спорить с этим, что сложно это? Нет, не буду. Что же сложного-то? Это, так сказать, вот вершина этого самого суждения наличного бытия. А всеобщее что? Всеобщее. Вот написано. Всеобщее, есть всеобщее, страница 65. Поэтому не будем себя запугивать, что тут такие уже прямо страшные вещи. То есть это вот в чем тут непривычность? Тем, что объектом нашего рассмотрения является что? Мысли. Не, какие-то предметы с помощью мозга познаваемые, а, собственно, сами мысли. А мысли, ну, мы, это для нас непривычно. Когда последний раз вы обдумывали мысли о мыслях? Ну, это, так сказать, как-то редкость. Ну, поскольку это редкость, то и понятно, что не надо удивляться, что вот мы, чтобы это было привычно, надо к этому привыкнуть. А как привыкнуть? Ну, надо снова походить, почитать, почеркать. Я чувствую, что вы эту работу делаете, и мы продвигаемся вперед. И вот про суждение рефлексии, ну, что узнали? Чем оно отличается от суждения наличного бытия? Дескать, вот все эти суждения, типа субъекта есть предикат, это все суждение наличного бытия. Это мы прошли. Это мы прошли. А здесь в возникшем теперь суждении, субъект есть некоторое единичное, как таковое. Не просто единичное. Все, единичное есть единичное, а некоторое. Видите разницу? А раз некоторое, значит, тут есть отрицание. А что такое отрицание? Вот если я вас отрицаю, это что значит? Это я оттолкнулся от вас и вот посмотрел на товарища Удовиченко. Говорит, товарищ Удовиченко взят рефлективным образом теперь. Вот если я сразу бы посмотрел, это да. А тут я сначала на вас, вот так. И тут, с одной стороны, это, так сказать, вроде бы элементарные вещи, но для Гегеля элементарные, а для нас это, ну, непривычно. Правильно? Вы тот человек, который сидит рядом с Кучуком. Это я о вас сказал нечто рефлективное. Правильно? То есть вы отражение Кучука. Ну так ведь? Да. То есть без Кучука я вас вот не мог изложить. Валерий Александрович, хоть он и смеется, он перед компьютером. А компьютер, объясняю, это не Валерий Александрович. И Валерий Александрович не компьютер. Но рефлексивная, так сказать, вот эта связь установлена. То есть мы как бы возвысили Валерия Александровича и принизили этот компьютер при всей важности его для нашей работы. Он, тем не менее, никак не заменяет проректора Красного университета. Потому что люди гораздо выше. Хотя сейчас ну, какие-то дураки все время говорят, что есть некоторый искусственный интеллект. Ну, как может интеллект искусственный быть? Интеллект – это, собственно, мозг, мысль сама человеческая. До чего надо себя принижать, чтобы говорить об искусственном интеллекте? Это люди, ничего не понимающие, так сказать, ни в программировании, ни в математике, ни вообще в процессах мозга. Вот говорят о том, что есть искусственный интеллект. Ну, вы можете что-то, какие-то функции, которые, так сказать, являются более простыми, ускорить их осуществление, передать машинам, заложить программу. Но если это средство, машинное средство, которое изготовил человек, задал заданными свойствами, или те свойства даже с поиском новых каких-то известных пределов. То есть это есть ваше орудие, инструмент. Как вы можете инструменту давать такое имя, как интеллект, хоть и искусственный? Это говорит о том, что те люди, которые об этом говорят, у них у самих искусственный интеллект. А почему он искусственный? Потому что он искусственно наведен вот этими людьми, которые болтают об этом в интернетах и в других местах. Потому что он у них искусственный, то есть не собственный у них интеллект. Они вот слушают и повторяют, как Ленин говорил, большинство, он даже, причем он говорил про членов партии, в письме Энесси Арман.
Именно примерно в тот же период, когда он сказал, что партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи. Это широко все знают. А вот в письме Инессе Армат он написал, что у нас вот меньшевики и эсеры до 90% только повторяют и заучивают и повторяют слова. А большевики до 70%. То есть это более так, мощная армия, более передовая партия. И, наверное, вы это прекрасно понимаете. Был этот развитой социализм, но все как бараны повторяли это развитой социализм. Ну как может социализм быть развитой? Вот если люди какие-то начатки диалектики имели, если социализм по своей природе не полный, не развитый коммунизм. Если его развить, что будет? Будет полный коммунизм. Что будет? Коммунизм. Это грубая ошибка. Он и был коммунизм. Ну так а что же вот так вот? Я же спрашиваю, а вы как-то отловитесь на это дело. Если его развить, будет полный коммунизм. А это не полный. Если не зрелый, если созреет, будет зрелый. Но смысл социализма в незрелости, не в полноте, в неразвитости. Это социализм с родимыми пятнами капитализма. А если эти пятна, если есть они в экономическом, нравственном и умственном. Нравственном и умственном оставим в стороне. Если есть в экономическом, значит, тенденции в сторону капитализма будут? Да. Ну, раз будут, значит, идет борьба между капитализмом и... между коммунистическими тенденциями и капиталистическими тенденциями. А если вдруг руководство партии объявляет, что классовая борьба прекратилась? Ведь приятно же, если прекратить эту борьбу. Вот все трудности по изучению науки и логики сегодняшнего занятия прекращаются. Как вы думаете, быстрее будете вы продвигаться или как? Ну это даже такое вот сморозь. Это же серьезно, я же говорил, первый секретарь. Мало того, сидели на хлоп на съезде на 22-м. Программу это дело заложили. Что вы не волнуйтесь, так сказать, социализм победил полностью окончательно. Как может он окончательно победить? Разве, а хотя Ленин рассказывал, что может быть революция, может быть контрреволюция, можно пойти вперед, можно пойти назад. Есть какие-то пределы отступления? У вас что-то храповик, что ли? Это вот храповики хорошая штука. Вперед может, обратно нет. Такие, вы не знаете таких социальных храповиков? Алексей Сергеевич. Но идея заманчивая. А заманчивая идея, правда? Вот только воплощение. Только вперед тоже. Да. То есть, как назад? Но, видимо, надо сказать, как кто назад. Собачка нужна. Да и собачка, а молоток нужен. Как это Ленин рассказывает в воспоминаниях, что он выходит на берег Женевского озера, говорит, какая нечеловеческая красота. Так и хочется всех гладить по головкам, а приходится бить по этим головкам. Так, ну вот, поэтому, скажем, кто не понял, что такое суждение рефлексии, субъект есть некоторое единичное как таковое. Ну что тут непонятно? Некоторое единичное, не всякое единичное. Если субъект есть единичное, есть единичное, то мы еще сидим там. А если вот рефлексивное, некоторое, а иди ищи некоторое, это рефлексия, то есть размышление должно быть, какое некоторое. И потом приводятся примеры. Ну, я считаю, очень популярно написано на уфологии. Это с 15-го раза просто делается совершенно ясным. Когда 15-й раз читаешь, что человек смертен. Ну, что тут непонятного? Человек смертен. Это ведь не говорится, что вот я смертен, да? Ну, про других не буду говорить, иначе как-то это не, как-то мне не с руки. Вот. Ну, и я тут не обозначен тоже особенно. Ну, как вообще человек смертен? Какой-то неопределенный круг лиц. Человек. Поэтому как некоторые люди... Как критерий человека, что он смертен. То есть человек должен быть смертен. Если он не смертен, то он не человек. То есть, если не это вы очень много знаете. Это опасно. Тут написано, человек смертен. Все. Вещи приходящие. Люди приходящие, вещи приходящие. Тут же говорится это. Что тут непонятно? Или эта вещь полезна, вредна. Вот. Твердость, упругость тела. Это тело упруго, это твердое. Счастье. Это счастье, а это несчастье. Ну, вот вы кошелек потеряете, это несчастье. А вы начали плакать, походили, нашли другой кошелек, а там в два раза больше денег. Это счастье. Так, так что вот что-то такое, и дальше Гегель, поскольку это не очень понятно, он объясняет.
они выражают собой некоторые существенные, но это не всеобщую такую, а некоторую. Человек, какой человек, некоторых уже нет. Другие еще вообще младенцы. Ну, чего мы о них будем говорить, что они смертны как-то? Нехорошо, детская смертность, это опять тоже детская, тоже неопределенный круг. Верно? Ну, что, все дети, что ли, умирают? Что у нас так плохо дело, что у нас все дети умирают в России? Не надо черной краской мазать ситуацию в Российской Федерации. Ничего подобного. В основном дети выживают. Дальше. Они выражают собой некоторую существенность, которая, однако, есть некоторое определение в отношении или некоторое охватывающее всю общность. Дескать, вот некоторые люди сюда попадают. Или охватывающая всю общность, или вот в отношении, только в отношении смертности, так сказать. Ну, смертность, ну, что делать, так сказать. Но это когда будет? Поэтому непонятно, когда. Вроде как и смертные, а так вроде как и бессмертные. Есть сколько угодно. Вот учение Ленина бессмертное, Ленин вечно живой. Вы хотите быть вечно живым? Вот вы изучите науку логики, и точно вас будут признать вечно живым. Вы сами себя признаете вечно живым. Скажут, вот был человек, вот. Другие мне как-то до этого не дошли, а он это изучил. И теперь все о вас будут помнить. Потому что это как бы мы взбираемся на гору, вот Джамалунгма и Эверест. Чтобы еще видели, что я взбираюсь. А вот сейчас вы об этом мы и позаботились. Это же вот вас в бессмертие прямо отправляет. Степан Степанович, отправьте, пожалуйста, человека в бессмертие, передайте Сергею Викторовичу, и он у нас и будет. Да, вот покажите его. Да, чтобы все видели, как он изучает. И дети его, и внуки. И дети детей и внуков будут помнить, как изучалась диалектика тогда, когда еще только некоторый неопределенный круг лиц под названием КЛГД это изучал. А другой круг лиц ждал, когда этот круг изучит. Может, не стоит этим заниматься? Может, как-нибудь проскочить какой-то марксизм без диалектики? Или политэкономия без научного социализма? И так далее. Или научный социализм, но без диктатуры пролетариата. Как вот марксисты проскочить, чтобы я был марксист, но не надо этого вот диктатуры, такое слово тяжелое, потом пролетариат, это все. Ну, давайте расширим это понятие. Вот хотя бы на нас вот, с Алексеем Сергеевичем, вот тоже вот здесь представитель программистов есть, давайте и на вас тоже, Владимир, правда, как-то приобщимся. А так нам надо какую-то сходить со своей позиции, вставать на позиции рабочего класса. А сам рабочий класс еще не знает своих позиций. Это надо нам вставать, еще ему объяснять, вносить сознание в рабочий. Такие хлопоты. А только сразу объявился я передовым классом. Красота. О, все, правда же? Конечно. Конечно, да. Хорошо. Здорово. Так все и делают. Ну, это клевета насчет всех. Я думал, что это мой шарш в отношении тех, кто вот это как раз искажает марксизм, а вы брали всех сразу раз, все. Мы же сейчас говорим о неопределенном круге лиц. Зачем вы про всех-то? У нас сейчас учение. Ну так а чего вы говорите? Уберите слово все. Все вообще уберите, пожалуйста, и оставим только вот охватывающие всю общность, но не все. Вы понять, мы где находимся? То есть не просто так разговор идет, а разговор идет вот осуждение и рефлексия. То есть вы должны знать меру и, так сказать, соотносить с чем-то. С чем соотноситесь? Не совсем. Потому что всеобщее или всеобщее – это страница 12. Это страница 65. Всеобщее есть всеобщее. Это вы хотите сказать? Это мы прошли. Эта категория называлась «бесконечное суждение». Вот бесконечно можно повторять. Всеобщее есть всеобщее. Напоминайте, всеобщее есть всеобщее. Их можно еще говорить единично и единично. Это тоже бесконечное суждение. Но сказал Гегель, зато он мало-мало написал. Но есть люди, которые готовы об этом говорить бесконечно. Мы переворачиваем, и тогда уже это не... Это уже другое суждение, рефлексии. Значит, это же охватывающая всю общность. Некоторые... Ну, не говорится некоторые, но это имеется в виду. Дальше вот здесь отмечается на странице 66, что понятие определяет наличное бытие ближайшим образом так, что делает его определение определениями отношения. Теперь уже делает определениями отношения, непрерывными продолжениями их самих в разном многообразии существования. Так что истина всеобщая есть, правда, их внутренняя сущность, но в явлении. И эта релятивная природа, или, можно так сказать, их признак, есть их в себе и для себя сущие. Вот, кстати, вот это положение очень важное, что признак
релятивный, относительный такой. Еще не есть их в себе и для себя сущие. Некоторые почему-то вместо определения берут признаки. Вместо сущности берут признаки. Вот сейчас Ло ищет человека, у него два глаза, признаки и внешние, темные волосы, и красный свитер. Это не я. Валерий Александрович, это не есть прямое указание на человека, это просто признаки. Это ни к сущности, никакого отношения не имеет. У нас столько людей в красных свитерах и с темными волосами. Правильно? Так что, и так далее. То есть вот мы зачем в этих тонкостях разбираемся? Затем, чтобы мы могли этим пользоваться и владеть. Хотя это вот сложно. Дальше. Существенно здесь. Вот здесь вот когда. В рефлективном суждении поступательное движение процесса определения протекает в субъекте. Субъект – это предикат. А у нас как было в суждении различным? Все, что говорится, это в предикате. Да? Человек есть животное. Вот из предиката вы узнаете, кто такой человек. Ну, правда, вы можете продолжить это животное какое? Трудящийся. Трудящийся, общественное, общественное сначала, общественное, трудящийся, говорящий, разумный. Но если не продолжить, то как-то не очень смотрится. Но во всяком случае это в предикате было. А здесь наоборот, в субъекте уже протекает поступательное движение, так как это суждение имеет в своем определении рефлектированное в себе бытие. То есть оно с чем-то вот связано. Все оно не просто вот говорит о том, что есть. Оно, так сказать, отражается от чего-то. Рефлектировать – это что такое рефлектор? Отражение, отражатель. От чего-то отражается, отталкивается. Существенным здесь поэтому служит всеобщее или предикат. Предикат составляет поэтому здесь то, лежащее в основании, которым следует мерить субъект. И последний должен быть определен, соответственно, этому лежащему в основании. Однако и предикат получает дальнейшее определение через дальнейшее развитие формы субъекта, но он получает это развитие косвенно. Развитие же субъекта оказывается по вышеприведенному основанию прямым дальнейшим определением. То есть вот субъект тут подвергается движению логическому. Что касается объективного значения этого суждения, страница 67, то в нем единичное вступает в наличное бытие через свою всеобщность. Ну, мы это можем уже переварить? Мы же знаем, что единичное есть всеобщее. Поэтому единичное вступает вот в наличном бытии через свою сущность, но как носящий характер некоторого существенного определения отношений, некоторой такой существенности, которая, проходя сквозь многообразие явления, сохраняет себя. Субъект должен быть тем, что определено в себе и для себя. И эту определенность он имеет в своем предикате. С другой стороны, единично рефлектированный в этот свой предикат, то есть в нем отражается, которая есть его всеобщая сущность, поскольку субъект есть существующее и являющееся. Ну вот это всеобщее рассуждение про, сказать, рефлексивное суждение. Значит, мы еще примеров здесь никаких нет. Да? Хотя вот здесь уже в самом начале, на предыдущей странице, чтобы нам было легче, уже примеры даны. Человек смертен. Раз. Смертен выделено курсивом. Чтобы обратить внимание на это. Можно было ведь человека выделить, тогда было бы внимание на человека. А выделено Гегелем. Вот у нас некоторые пишут или пишут, готовят статьи к печати. Ну, курсивом выделить, там Ленин все время выделял курсивом, что здесь, на что обратить внимание. Вещи приходящие. Приходящие выделены курсивом, а вещи нет. Дело не в вещах, а в их приходивших, в том, что они приходящие. Дескать, если вы потеряли кошелек, что я вам должен сказать? Вещи приходящие, а деньги тем более. Чего плакать? Это приходящий. Эта вещь полезна. А могла бы. А что значит полезна? Потому что это о чем это говорит? В чем рефлексивность-то? Могла бы быть вредна. Да. И могла, во-первых, не эта вещь, а во-вторых, могла быть вредна. Эта вещь полезна. А другая вещь, может быть, и не полезна. А эта вещь могла быть тоже не полезна.
То есть тут рефлексивность дважды может быть применена, правильно? И к субъекту, и к предикату. То есть, с одной стороны, это такие высказывания такие глубокомысленные, да? Эта вещь полезна. Сильно она глубокая, потому что таких полезных вещей тьма. Ну что, их так вот, их все их съесть, что ли? Или сколько их надо тогда съесть? То есть непонятно, как это все комбинировать, что это полезно, это человек набирает это все, потом говорит, а вот большой вес не полезен. Так я только полезное ел. Сказали, написано же, что полезно. Сало полезно, мясо полезно, хлеб полезен, крупы полезны, овощи полезны, фрукты полезны, все полезно. А потом говорят, вы все, у вас это ожирение. Ну вот, здрасте. Хорошо. Поститься полезно. Я постился. И что? Постился, постился, и вот похоронили. Ну что, а ведь все говорили, что вот все полезно и полезно. Так, еще чего тут? Вредна. Но если говорится, что вот. У нас такое вот рефлексивное высказывание написано сейчас на каждой коробке сигарет. Да? И чтобы вы завидовали владельцам этих коробок сигарет, они вот, вы в магазине вообще никто, можно сказать, вот серая масса. А есть люди, которые подходят к кассе и говорят, мне вот из того шкафчика верхнего, закрытого от внешнего взгляда, вот с картинками, дайте мне, пожалуйста, эти коробочки, где там разлагающееся легкое, там, пораженный там желудок, вот это вот мне красивое дайте. И вы видели сейчас, какой ренессанс курения, сколько народу ходит, причем у вас много женщин, которых при том, что они будут женщиной-матерью, кормить будут этого самого ребенка своего, а зато он будет уже, так сказать, как бы и никотин не через магазин получать, а через материнское молоко. Это новый шаг вообще в развитии. И, так сказать, общество так делает вид, что оно сделало все, что могло сделать. Оно нарисовало красивые картинки и сделало особенные. Обратите внимание, это особенные товары. Они же не запрещены. Вот хотели вот еще такую инновацию сделать, как полуторалитровые бутылки пластмассовые с пивом заменить просто на литровые или лучше на поллитровые, стеклянные. Стекло абсолютно безвредно для пива. А эти все пластмассовые, от них кое-что переходит в напиток, как известно. Но наше пивное лобби, как вы думаете, проиграло или победило? Наше лобби выиграло. Ну а здоровье ваше? У нас что, общество здоровья или общество обогащения немного? Потребителей. А? Общество потребителей. Нет. Какой потребитель? А что потреблять-то вы будете пиво. Скоро? А? Пиво, классика, пиво. Нет, это не общество потребителей. Эти люди, это не пьют, которые производят это пиво. Что вы думаете, сумасшедшие, что ли? Они пьют совсем другое пиво, из стеклянных бутылок. И никогда не будут пить из своих пластмассов. И это пиво не будут пить вообще. Так вот тут вот это все рефлексирование. Мы все время, когда о чем-то говорим, мы обращаемся к тому, что есть. Кроме него, к другому. Это вот рефлексивные суждения. Они, с одной стороны, глубокомысленные такие, но они в то же время, так сказать, никакого такого абсолютного значения не имеют, потому что вы также можете с чем-то вредным насладиться так, что вас будет не откачать. То есть все, некоторое охватывающее все общество, вот все объяснено. Но ну что еще, говорит Гегель, говорит, что я могу еще вам сказать в общей форме? Переходим к дроблениям. Вот сингулярное суждение. Что значит сингулярное? Сейчас говорят, вот сингулярность. Это что такое? Что такое сингулярность? Вот тут точно, наверное, вы не знаете, Константин Ильич. Вы все диалектичное, все марксистское. А вот сингулярность знаете, что такое? Сингулярность. Да, один гуляете. Син – это, наверное, китайцы, наверное. А гулярность. Да. Китайцы гуляют. Нет? Что это такое сингулярность? Вот он наконец-то. Я все время пытался его как-нибудь его подорвать. Непосредственная рефлексия. А? Непосредственная рефлексия. Он тоже ответил так, что вот его не возьмешь. А вот вы можете сказать, что такое сингулярность? Вот представитель нового молодого поколения, он должен этим владеть. Это почти что вот искусственный интеллект.
А, вот смотри, вот сразу начинает листать. А вы так всегда делаете всегда, когда вас что-нибудь спрашивают, вы сразу начинаете листать на окулойке. И тогда люди понимают, что лучше с этим человеком не связываться и уходят тихо. Всеобщая единичная и особенная. Сингулярность – это всеобщая единичная и особенная? Нет. Вы нам что-нибудь одно-то дайте из этой троицы? Это всеобщее. Ну, да, вот молодой человек. А вот рядом сидящий молодой. Сингулярность. Какая на уголоке без сингулярности? Сингулярность. Это что такое? Скажите, товарищи, из молодого поколения. Ну, может быть, это точка перехода. Нет, это так точка-то. Сколько этих точек? 2, 3, 16? Одна. Ну так одна. Вот единичность это. Больше ничего тут нету. Единичность. Это вот так дурят людей. То есть изображают как большую науку. Я вот задаю, дескать, я вот доктор наук философский. Что такое сингулярность? Я знаю, а вы не знаете. Видите, какой я важный? А что важного-то? Я знаю, что как будет на иностранном русском языке. Это же уже русский язык, правильно? Сингулярность. Это уже по-русски уже. Русский язык это вобрал. Утиль сырье это от какого слова? Утиль сырье это от какого слова? Ну, смысл утиль сырье понятно, барахло. А вот какого это иностранного слова утиль сырье? Утилити. Это полезность. Ну, полезная же вещь, что если место можно выкинуть, а можно еще где-то вытереть этой тряпкой. Утиль сырье. Вот. Это вот русский язык он приспосабливает. А и наоборот, так сказать, если вы хотите, я хочу изобразить себя ученого. Ну, я мог бы сказать единичность, как вот Гегель пишет единичность, но он может сказать и сингулярность. Мы изучаем сингулярное суждение. Чувствуете? Мы сегодня сингулярное суждение изучаем. Ну, как единичный, что единично можно сказать? Тут прямо, вот прямо написано сингулярное суждение. Чтобы вы не думали, что я это придумал, я это вычитал у Гегеля. Ничего не придумал. Вот смотрите, написано. Непосредственно рефлексивное суждение теперь гласит опять-таки единичное и всеобщее. Тут что тут нету? Мы уже привыкли, единичное есть всеобщее. И есть это... Это же связано с тем, что мы прошли, это есть. Это было какое? Усуждение на личном бытие. Закрываем. Единичное, всеобщее. Обходимся без этой связки. Прямо единичное, всеобщее. Тут же. Ну, яблоко, оно же... Вот то яблоко, которое вы сейчас едите, оно яблоком является? Да. Все как всеобщее. Является? Да. Или оно только это яблоко, а яблоком не является? Нет, является. Оно только ваше? Нет. Давайте попробуем. Может, я тоже могу у вас есть? Нет. Тогда это будет уже, уже рефлективно. А если мы сейчас разрежем на кусочки и все съедим по кусочку, это тоже будет, это уже будет самособирание. Это будет некоторая всеобщность. Только члены кружка едят то яблоко. Вы принесли яблоко? Ну, вот, а как мы без примеров можем изучить? Ну как-то надо какие-то предметы приносить с собой. Или яблоки, или конфеты. Как? Ну как приманить людей в диалектике? Самой диалектикой трудно же приманить. А вы нас вот сегодня не обнадеживали. Что же вы сингулярность не знаете? Это же можно сказать... И это надо знать единицу, знать, что такое одно. Ну это вот нередкое слово в науке. Постоянно вот что-нибудь придумают, какое-нибудь иностранное слово, и ходят с ним, как списанный торпус. Ну, потому что, вот скажем, интеллект – это же ум. А ум бывает искусственный? Нет. Представьте, а вот сейчас поставим вам искусственный ум. Хотите? У нас есть вот товарищи по ходатайству. Ну, операция, бесплатно сделаем вам операцию, будет у вас искусственный интеллект. Сейчас это очень модно. И так вот ходят с этим исключительно широко. Это я под впечатлением с дней философии в Петербурге. Я наслушался этого. И все рассказывает профессор Вулф из Германии. И он рассказывал до того, что мы сидели с профессором Осиповым, который заведует Вестником Санкт-Петербургского университета. И слушали, и сказал, Игорь Дмитриевич, я должен вопрос задать, я не могу молчать.
И когда он закончил, он говорил, он немецкий профессор, Вулф, его фамилия, Волк. И он этот Волк по-английски говорил, бегло, не читал, ничего не читал. Перед предыдущие читали, он свободно говорил. И все он рассказывал про информацию. И еще он рассказывал про, так сказать, выборы, гаджеты и прочие всякие приборы, вот эти все вычислительные, те, что мы используем, про связи и так далее. Я решил поднять руку и спросить. Ну, я тоже профессор, тоже доктор наук, ты, между прочим, из Института философии Санкт-Петербургского государственного университета. Я встал, там, конечно, сразу, так сказать, народ немножко заволновался, потому что я в письменной форме не подал вопросы. Ну, так посмотрели, с другой стороны, а почему я не могу задать вопрос немецкому профессору, здесь мы в России, кто кого победил, почему я не могу задать устный вопрос немецкому профессору, у меня дед вот под старый русый похоронен, политруком был, отец под Сталинградом ранение получил, два, болидом стал. А я вопросы не могу задать. Поэтому я сказал, давайте мне. Мне принесли микрофон. Ну, я, как вот нас учили, громким голосом спросил, а вот, господин профессор, у вас очень интересный доклад. И в этом докладе вот вы приехали на дни философии в Петербурге. А что в философии главное? Что это вот информация, гаджеты, выбор вариантов или истина? Вот, по-моему, это главное, это философия. Истина. А истина, понимаемая, двоякая. Как соответствие понятия объекту и как соответствие объекта истинной идеи. А у вас нет истины вообще, ни слова не сказано. Вот я внимательно слушал целый час. На днях философии в Петербурге об истине нет ни слова. А информации может быть много, а знаний мало. И все. И он очень меня благодарил на английском языке с переводом на русский. С пониманием. Он сразу сказал, да, конечно, безусловно, главное – это истина. И истина должна пониматься и как соответствие объекту. И как соответствие объекта истинной идеи. Ну, как завороженный айот. Тут рассуждают какие-то журналисты, про это все треплются, по поводу искусственного интеллекта, про выбор вариантов, как будто бы, скажем, наука сводится к выбору вариантов. Я вам предложу 5 вариантов, все они неверные, а вы выбирайте. Но вы же не клюнете на это дело. Вы же скажете, нет, как-нибудь я обойдусь без выбора и начнете двигаться своей дорогой, своим путем. Выбор вариантов, а машина говорит, быстро выбирает, а вы медленно выбираете. Вот вы медленно выбирали, поэтому никак не могли найти сингулярность. Вот в чем дело. Вот. Так что, к сожалению, вот мы это наблюдаем. И если мы тут с вами как бы не быстро скачем, но мы кое к чему привыкаем просто, к другому подходу, более глубокому и более серьезному. Вот. Поэтому он даже говорит, как это вот более подробно изложить, Гегель даже вот нам делает такой опыт, смотрите, сингулярное суждение. Но субъект и предикат имеют вышеуказанное значение. Вышеуказанное какое? Некоторые, и там некоторые. Поэтому как это выразить-то? Поэтому можно ближайшим образом выразить наше суждение так. Это есть некоторое существенным образом всеобщее. Ваше вот то, что вы едите под видом яблока, это своего рода какое-то своего рода яблоко. А какое? А сейчас вот как вот? Не видели, как сейчас вот это вот суждение, рефлексии? Какие сейчас яблоки продают в магазине? Не обращали внимания? Обращал. Какие? Разные. Разные, это не конкретно. А вы тоже не знаете, что продают? А вы не замечали, как вот это существенное вот... Спелые. Нет, так не пишут. Написано прямо вот, написано, какие яблоки. Сезонные. Вот, молодец. Сезонные. Это же пример вот этого суждения, рефлексии. Сингулярное суждение. Сезонные. Фух, какой сезон? А можно продавать теперь все сезоны.
Потому что это сезон. Сейчас же какой-то сезон. Сейчас какой сезон? Очень. Это единичное суждение получается. Какое же единичное? Какое же единичное? Для определенное количество сезонов можно продавать это яблоко, пока не сгниет. Пока не купят все. Почему? Потому что когда кончится сезон осени, начнется сезон зимы. Хорошо. Когда начнется? Сообщаю. 1 декабря. А сезон на яблоко, как вот лежало оно, я прихожу 1 декабря. О, сезонная, декабрьская. Красота. А яблоки могут продаваться и весной старой. Ну, сезон какой будет? Ну, ясно, что новых яблок еще не будет. Но могут привезти из Аргентины груши. Нагрузят корабль, и там будет тоже сезонная. Когда она там была, ну, привезут и будут продавать. Так что вот оно, вот тут прямо примеры нам вот прямо выставляют в магазинах, только вот прямо бери и сличай. Сезонное яблоко. Вот хорошо, вы заметили, смотрите. Я думал, сейчас вы не сможете сказать, а вы раз и... Я яблоко покупаю просто. Сезонные. Значит, яблоки дворняшки теперь стали уже. Ну как вот? Ну так. Чего только не было, да? И малиновка, и антоновка, так, и белый налив. Да. А тут, знаешь, сезонные. В кучу все это складывается. А почему сезонные? Потому что вот там, где я родился, в Тамбовской области, там совхоз «Снежиток». Они теперь яблоки эти собирают, значит, выдавливают из них сок, из сока делают вино, и работникам совхоза продают это вино. А жмых отдают коровам. Вот и цикл замкнулся. Полный цикл. Вот они и сезонные, неважно какие. За какая разница, как эти яблоки называются? А вино будет какое? Яблочное. Из неопределенного круга яблок. Ну, яблочное вино. Вы видели? Вино из Антоновки. Такого нет. Вот виноград там выбирает. Вина виноградные, там вот сорта. Винограды. А чтобы яблочные напитки делали, нет. Фин. А? Сидр делали раньше. Вот. Так что мы все ближе и ближе, и понятнее нам становится это сингулярное суждение. Вот. Ну а переходим к партикулярному суждению. А что такое партикулярное? Вот сейчас я вас спрашивал, а теперь вот на вас нападу. Партикулярное. Давайте. Единичное. А? Единичное. Молодой человек. Уже было единичное. Объясните, товарищи, что такое единичное? Переведите на иностранный русский язык научный. Сингулярное. Вот. Вам объяснили? Сингулярное единичное. А вас спрашивают про партикулярное. Вы сингулярное с партикулярным, то, пожалуйста, право-лево не путайте. Существенно. Как вот вы пришли на занятие кружка, где тут у нас такие вершины науки, и не знают, что такое партикулярное? А? Безобразие. Сейчас же это самое главное, знать красивые слова. Недостаток. Как надо? Это крупный сейчас недостаток. Раньше это идеи нужно было знать. А сейчас главное, чтобы вы слово знали такое красивое. Мы говорили о партикулярности, Константин Константинович. Это существенная единичность. Черт, он все правильно говорит. Я вот тут все время меня, вот только я хочу изобразить, что я тут самый такой продвинутый. Раз меня изрезает. Но все-таки вы не сказали прямо, вы уклонились. Вот сейчас посмотрим, Владимир Александрович, он очень продвинутый, молодой. Не знаю, партикулярное, мне кажется, это частичное партикулярное. Ну да, он видишь, он по слову «пат», он понятно. У них там они когда программируют, все же на английском языке программируется. А на русском-то ничего не программируется. Поэтому они знают это сразу, раз, партикул, «пат», «пат», «партикул», это что такое? Это значит какая-то часть, частичная. Особенное, а как часы? Особенное. Партикулярное – это особенное. Вот, читаем, Владимир Александрович, скажем, если бы, допустим, вы это не сказали, то Гегель, про которого говорят, что он непонятно пишет, непонятно и трудно запомнить, вот смотрите, вот я беру партикулярное суждение, читаю две строки. У меня была задача, я два раза это все перечитывал, вот только непосредственно к этому занятию. Так это я много раз это все перечитывал, чтобы, так сказать, показать, что у Гегеля все понятно написано. Вот смотрите, как написано понятнее. Понятнее, чем вы сказали, и даже чем вы. Смотрите, что написано. Не единичность субъекта, которая должна быть положена вместо его сингулярности, в первом суждении рефлексии, есть
особенность. Ну. Ну, красота же. Владимир Васильевич, тут понятно сказано? Особенность, не единичность, особенность. То есть некоторые, какая-то часть. Да, вы совершенно правильно сказали. Но это написано вот в двух сороках. Не единичность субъекта, которая должна быть положена вместо его сингулярности. В первом суждении рефлексии есть особенность. Но единичность определена в суждении рефлексии как существенная единичность. Ни хохры-мры, ни какой-то ерунду-то не ставьте в качестве субъекта. Что-нибудь такое серьезное поставьте. Поэтому особенность не может быть простым, абстрактным определением, которым единичное было бы упразднено, и существующее погибло бы до основания, а может выступать лишь как некоторое расширение его внешней рефлексии. Да? Со словом «пад» что мы знаем? Какое русское слово? Партия. Она же не должна расширяться до класса. Это же авангард класса. Да? Партия – это что такое? Это же авангард класса. Ты должна расширяться до класса? Да. Расширяться. Авангард, как она может до класса расширяться? А так, она от него не расширяется. Ум класса. Ну, совесть класса. Совесть класса. Вот что такое партия. Это все. Саму... Партия расширяется за класс? Нет, партия должна равняться на класс, а не класс на партию. Но она расширится, она должна расширяться для класса? Вы расширение понимаете только в смысле, что количество членов, она расширяется до того, что каждый член партии понимает, что он представитель класса, а не представитель этой партии перед классом. Нет. Вы член партии? Вы какой класс представляете? Я? Вы какой вообще класс здесь представляете? Интеллигенция. Интеллигенция не класс, не надо нам рассказывать. Интеллигенция, она носитель знания. Сознание у вас все хорошо, вы уже сказали. Вы сегодня показали, что вы знаете сезонность. Это очень. На сегодня это достаточно. Да, ну а как? Не все это смогли сделать. Ну, класс для партии или партия для класса? Партия для класса. Ну, раз партия для класса, значит, вы расширяете понимание партии до класса. То есть мерилом вообще партии являются интересы кого? Класса. Или генерального секретаря? Нет, класса. Класса. Ну, это же хорошо? Это вообще возможно? Конечно. И это говорит человек. Вы зачем сюда пришли? Мне просто в голове не укладывается. А революция социалистическая возможна была в России? Вот некоторые говорили, что она невозможна. А вы сейчас хотите сказать, что вторая революция невозможна. Она одна-то не получилась. Она получилась, и построили социализм. Я имею в виду, что... Партия возможна, если она... Возможно, авангард класса, который бы не ориентировался на класс. Нет, он ориентируется... Его смысл партии... частью этого класса. Нет, это часть, это ерунда. То, что он часть, это ерунда. Этого класса. Там лучшие представители этого класса партии должны... Не просто лучшие представители, а партия должна... научно познавать интересы класса. Первое обращение к классу. Б. Она должна вносить сознание в этот класс его собственных интересов, не своих. Не партийных интересов, а интересов этого класса. Второе обращение класса. И третье, она должна организовывать борьбу класса за свои интересы или за его интересы? За его. Трижды мы обращаемся, партия обращается к классу. Если она этого чего-то не делает, из этих трех, она не партия. То есть она партия не этого класса, или она сгнила, когда она начинает все для партии. Вот почему от пионеров требовали юные ленинцы. Борьба за дело коммунистической партии. Будьте готовы. Всегда готовы. А что это за дело такое коммунистической партии? Что-то я такое не знаю дело. Дело коммунистической партии в чем состоит? Что является мерилом дела коммунистической партии? Партия или класс? Трудно было сказать, вот кто за то, юные ленинцы. Борьба за дело рабочего класса, будьте готовы. Плохо было бы. А? Эти юные и ленинцы, которые за дело партии были, уже сидят в НТТМ, а потом они уже миллиардеры. Было бы правильно, наверное, так. Вот у меня была такая ситуация, меня пригласили в самый вот разгар этой самой перестройки. Тут вот там КГБ выступить перед товарищами-работниками.
Я им рассказал ситуацию, пока вы тут ловите сейчас тех, кто переводит всякую литературу оттуда, религиозную, за границей. В это время Гаврила Попов, мой однофамилец, уже написал книгу и публично ее распространяет, идею о десоветизации, департизации, декоммунизации и так далее. Они так посмотрели на меня и сказали: а вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к лозунгу КГБ – это острый меч партии? Я говорю: отрицательно. Они так посуровили так, но так сразу меня не схватили. Но посуровили явно, думаю, сейчас будет развиваться событие. Я говорю: вообще партии, как показывает история, это же авангард класса. Партии – это понятие не объективное, это не понятие экономического базиса, это понятие, которое может так или иначе изменяться и переходить даже в свою противоположность, о чем говорит история партии, социалистической партии второго интернационала. Поэтому вот я бы вот тот лозунг, который вы предложили, я бы немножко его отредактировал. КГБ – это острый меч рабочего класса. Вы так посмотрели? Им это понравилось. Если рабочего класса, так и партии рабочего класса. Правильно, если партия рабочего класса. А если партия не рабочего класса, так нечего в это дело и лезть. Хороший был бы меч у рабочего класса. А? Хороший был бы меч у рабочего класса. Да, хороший. Да, так если его пытались переделать в меч партии вместо меча класса. А почему? А потому что и партию переделали в бесклассовую категорию. Какая у нас партия была объявлена на 22-м съезде? Какая? Ну как? Общенародная или партия? Общенародная. Ну, если она общенародная. Партия бывает общенародной? Нет. Ну это что такое? Ну что это? Вот это не соответствует вот этому вот рефлективному суждению. Здесь особенность. Что-то особенное, а они берут общенародное. А в этом все тонет. Чего вы взяли это общенародное? Пустота. Название поменяли, и все поменяло. Не название поменяли, а суждение поменяли о партии. Нет, не название. Я имею в виду, что поменяли что? Не партия. Так поменяли суждение неверное, суждение мыслят неправильно, идеи. Конечно. А летчик не на ту кнопку нажал и врезался в гору. Поменяли суждение, могу процитировать. Просто да. Я буквально на днях сфотографировал указ от декабря 2017 года о создании ВЧК. Это тот, который отменил, что ли? Пока еще не отменили, но собирались. Не отменили. Это 7 декабря еще по старому стилю, когда передали. Это не отменил. Это ему не дают отменять. Все старые законы. Но так это... вот, тут написано задача. Так. Тут не написано меч чей-то. Тут написано задача комиссии, двоеточие. Пресечение и ликвидация всех контрреволюционных и саботажных попыток и действий по всей России. Пресечение. Сечь. Чем секут? Мечом. Все нормально. Пресечение. Пресечь. Ну, то есть, не говорится про партию, тут говорится пресечение контрреволюционных и саботажных попыток. Нет, так КГБ должна пресекать. Ну, ВЧК должно пресекать. Да, ну, да. А у нас товарищ Бортников, который в партии, вот издал три полосы в газете российской, правительственной газете, он прямо говорит, что мы от ВЧК ведем счет, мы всегда стояли на страже государства. Вот товарищ Сталин был главой государства, мы его защищали, а было сколько на него нападений. А насчет количества, так сказать, этих самых репрессированных, приговоренных к смертной казни, чуть-чуть больше, чем 600 тысяч. Мы потом это все перепроверяли. В основном все приговоры правильные. После этого товарищ Берия проверял, и тех, кто неправильно сажал, вот их привлекли к ответственности. Все хорошо написано. Просто без, в конечном итоге, без шельмования Сталина, как, соответственно, лидера партии, невозможно было до конца срубить ее, потому что надо было сначала его... То есть вы рассказываете, что правильно товарищи сделали, да? Что они все делали правильно. Конечно, ничего. Без шельмования Сталина не надо было сделать, иначе мы не могли прийти. А если бы не пришли, может, мы и на кружок бы не пришли. Потому что это... Да, надо сказать вам спасибо, хоть собрали нас. А так где когда мы еще ходили бы сейчас на работу и все. И что еще? А так вот собираемся иногда. Спасибо им надо сказать, хорошо. Да, мы спасибо и говорим. Жизнь стала интереснее. Не волнуйтесь, все, так сказать, будет передано.
все уже передано. Что вы думаете? Дальше полковник, очень понравилась ваша шутка про чай. Читайте статью товарища Бортникова. Там это все написано. Значит, так что мы очень непростые вещи тут обсуждаем. Вот эта вот особенность, это очень важно. Если нет этой особенности, такое довольно пустые суждения получается. Такое. С одной стороны, вроде что-то такое говорят, но оно такое малоприменимое и малополезное. А здесь, конечно, вот он все в особенности. Есть особенность, не единичность субъекта, которая должна быть положена вместо его сингулярности в первом суждении рефлексии. Есть особенность. Вот, как здесь говорится, все это особенное. А вы все сингулярно, сингулярно. А вы вот не сказали, что такое партикулярность. Вы против? Я исправлюсь. Надо знать всего. Да. Вот чтобы считаться ученым, надо знать что? Сингулярность и партикулярность. И уже вы можете выступать с докладами на международных конференциях. Да, с докладами. Еще а если это перевести на немецкий, а с немецкого на английский, вообще будет очень здорово. А излагать латынью лучше. Да. Вообще будет. Высший уровень. Единичность определена в суждении рефлексии как существенная единичность. Партия так существенная, она не просто партия такая, вот просто авангард, а она авангард класса. А классов много. А класс определенный, существенный, особенно. Два, три. Много, три. Как это два? А то он себя записывал в класс, говорит, я интеллигент. А теперь уже стало два. А мелкую буржуазию вы не хотите посчитать за класс? Она многочисленным классом была в России. И в основном главный состав был Красной Армии, и это мелкий буржуа. Основной состав был рабочий, основной, но по численности основная масса была, конечно, крестьяне, мелкие буржуа. Так или не так? Но им дала, власть рабочего класса дала землю и мир. И они выиграли гражданскую войну. Так. Ну вот что тут непонятно? Вроде понятно. Некоторые эти, некоторые особенные множество единичных. В суждении «некоторые люди счастливы» заключается непосредственный вывод. Какой? Многие несчастны. А? Многие несчастны. Нет, ну прямо многие. Вы так вот, ну такой был спокойный, а вы как-то усугубили. Трагедийный так излагаете. Говорю. Ну некоторые тоже несчастливы. Ну что так уж прямо многие? У нас же партикулярность, у нас же не про множество у нас, а про некоторых идет речь. Мы на этом стоим сейчас, вот в этом месте, в этом разделе, в этом суждении, на некоторых. Если некоторые счастливы, значит некоторые несчастливы. Если некоторые богатые, значит некоторые не богатые. Не очень богатые. Нет, просто не богатые. Почему это не очень? Не очень богатые – это все богатые. А все богатые считают, что они не очень богатые, и изо всех сил стремятся еще больше. У нас число миллиардеров растет не по дням, а по часам. Не богатый, а бедный он не может быть очень богатым, не очень богатым. Так. Да. Партикулярное суждение непосредственно содержит в себе оба суждения вместе. Именно поэтому, что оно есть суждение рефлексии. Говоришь одно суждение, а содержит два. Это как вот некоторые платишь. Получается два товара. Вот мы получаем сегодня на этом сегодняшнем занятии. Мы говорим об одном суждении рефлексии, получаем два суждения. Еще некоторые сомневаются, изучать науколог или не изучать. Где ты еще найдешь, чтобы по одной цене два сразу товара получать? Если некоторые вещи полезны, то именно в силу этого некоторые вещи не полезны. Ну, Валерий, я вас не знаю, что за максимализм такой? Зачем вы думаете? Зачем? Вот не полезный человек спокойно так сказал, не полезный. Потом сейчас вы живой, а потом сейчас вы не живой, а потом будете не живой. То не надо говорить, что вы умрете. То что вы пугаете народ? Ну сейчас живой, потом не живой. Это никуда от этого не денешься. Ну спокойно как-то надо, чтобы человек привыкал так без трагедии. Ну это же суждение рефлексии. Есть живые, есть неживые, есть, так сказать, люди, которые подходят, еще не подошли.
силу этого партикулярное суждение неопределенно, говорит Гегель. И с этим не поспоришь, правильно? Вроде что-то сказали так, намекнули. Это вот еще про Маяковского говорили. Он сегодня выглядел вроде бы прилично. Сегодня. Вроде бы. Вроде бы. Выглядел. Раз, 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 и три отрицания содержатся. То есть суждение очень сильно можно человека поставить, так сказать, в то положение. Он да. То есть он непонятно. Был, не был, да, выглядел вроде как. Видел, не видел. Ну, если мы далее будем в примерах такого суждения рассматривать субъект, некоторые люди, а мы далее будем, некоторые животные и так далее, то окажется, что кроме партикулярного определения формы некоторые, оно содержит в себе еще и определение содержания человек. Видите разницу? Сказать, некоторые люди там так вот, некоторые непонятно. А тут говорится человек. Субъект сингулярного суждения мог гласить, этот человек, некая сингулярность. Это если сингулярное суждение, правильно? Этот человек негодяй. А тут некоторые люди негодяи. Не будем показывать, у нас же это как, особенность, не будем показывать пальцем, который, собственно говоря, принадлежит области внешнего показывания. Так вот и говорится, показывание, внешнее показывание. Этот человек умный. Сейчас все другие вздрогнули, потому что этот человек умный, и вывод из всего кружка. Остальные как? А это неопределенный круг лиц. Про остальных ничего плохого еще не сказано, потому что не говорится, что другие глупые. Но как-то вот тут, да, есть такой оттенок. Есть. То есть вот очень гибкий это язык, который, собственно говоря, принадлежит области внешнего показывания. Правильнее поэтому, что субъект гласит примерно «кай». Ну, это вот у него «кай», а у нас вот Шалосов, Константин Константинович. Чем не хуже этого «кая». Правильно? Между прочим, человек с опытом. Между прочим, Константин Константинович очень много всяких в жизни пережил. Он родился в концлагере на территории Белоруссии. И является малолетним узником концентрационных лагерей. Так что всякое бывает в жизни. Ну, это вот особенность. Это особенность. Не все люди рождаются у нас в таких условиях. В отличие, скажем, от него, я родился, наоборот, в деревне, правда, не в роддоме. Это у меня тоже особенность. В избах раньше рождались, и ничего, приходили, там помогали. Но в 45-м году, а Константин Константинович меня старше. И он, так сказать, еще и не особенно, может, представлял, что он пережил, а уже пережил тогда. Субъектом же партикулярного суждения уже не может служить такое выражение, как «некоторый кайли». Нельзя же говорить некоторые Шабасовы или некоторые Поповы. Как-то не смотрится. Некоторые, а как? Ибо кай должен быть некоторым единичным как таковым. К выражению некоторые присоединяются поэтому некоторые более всеобщее содержание. Например, люди. Не некоторые люди, а люди. Уже это содержится в слове люди. Ну, ясно, что это если люди, так это не все. А вот люди, между прочим, не такие бедные, как вы. Да. Ну, вроде те, как люди, а мы уже вроде как и... Не совсем. Не совсем люди. Потому что мы уже тогда как бы и не люди, если мы бедные в этом обществе. Правильно? А люди-то он уже что построили себе? У них люди-то на яхтах катаются, у людей-то острова есть, товарищ Кучук, а вы вот тут сидите и карандаш чирикаете в книжке. Книжку пачкаете, кстати. Но там и хуже, животные и так далее. Это не только эмпирическое, но и определенные формы суждения и содержания. А именно последнее есть некоторые всеобщие. Некоторые всеобщие. Люди всеобщие. Некоторые всеобщие. Ибо выражение «некоторые» содержит в себе всеобщность. И эта всеобщность вместе с тем должна быть отделена от единичных, так как в основании лежит рефлектированная единичность. То есть отражение, отрицание единичности, то это, в этом есть всеобщность. Раз единичное отрицается, значит, есть всеобщность. Говоря точнее, эта всеобщность есть также и всеобщая природа или род. Человек, животное, является предвосхищением той всеобщности, которая результат
рефлективного суждения. Вот говорил, и привел нас к слову «род». Всеобщая природа человека – род. Как там поется у нас в гимне «Интернационал»? «С интернационалом воспрянет человек, некоторые люди». Род людской. А можно было бы написать? Некоторые люди воспрянут. Или человек. Это звучит гордо. Конечно, человек звучит гордо, если это род. А если это один человек, не особенно гордо и звучит. Гордыня это называется. Ну вот, обратите внимание, что мы с вами вот в таком, так сказать, вопросе, который относится к рефлективному суждению, мы тут нашли дорогу. И всего-то осталось самостоятельно изучить. Раз, два. Ну вот мы как бы уже будем считать, что в следующий раз у нас уже суждение о необходимости, как бы на повестке дня. Но это значит, что вот этот вот хвостик, который касается всего-то четырех страниц там каких-то, ерунда, некоторых страниц своего рода. Ну, универсальное суждение, ну, что тут такого, это универсальная-то ерунда. А он говорит, истина всеобщая, это не просто там перечисление, а вот метод или правило следует рассматривать как истина всеобщая. Вы будете с этим спорить? Метод или правило? Что такое метод? Что скажет по Гегелю? Осознание формы внутреннего самодвижения, изучаемого предмета. А содержание выбросили, что ли? Содержание изучаем. Ну, вот, все-таки вот так все хорошо ушло, и так вдруг вы остановились без содержания. А бессодержательное высказывание не очень хорошо. А так вот хорошо, если человек все-таки на правильной дороге стоит. Я же сказал, буду исправлять. Осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета. Метод. Вот метод – это есть истинно всеобщее. Метод. Вот это истина всеобщая. А так вот выбирать, перебирать. Вот что сейчас и делают, говорят, вот машина позволяет быстро перебирать варианты. Да она перебирает и варианты из тех, кто есть. А вот тут же речь идет о методе, когда, так сказать, развивается новое. Правильно? Осознание формы внутреннего самодвижения содержания. Самодвижение вперед, и общество идет, человечество, науки. И каждый человек развивается постоянно. Они останавливаются на месте, правильно? Особенно те, кто изучает науку логики. Кто не изучает, тоже развивается. Но медленнее. Но, говорит, нам, говорит, трудно развиваться. Ну не развивайтесь, это легко. Да, постоянно слышишь так, что... Это трудно. Так трудно читать, это так трудно, ну, не читать. Как рабочий работает, там вот это трудно поднимать. Такие, это вот трудно... А у него необходимость, видимо. Угу. Удивительно все. Тут все запугивают этими трудностями. Ну что страшного, сидим светло, тепло. Так. Приятно светится. Вот яблоки сезонные, может, в следующий раз поймешь. Особенные. Красота. Ну, я думаю, время нас, так сказать, как бы заставляет заканчивать. Но в основном, я думаю, что вы поняли, что, о чем идет речь. Об особенных суждениях, об особенных. Партикулярные суждения. Партикулярные. А есть вот сингулярные, партикулярные, осталось всего лишь универсальное суждение. Да. Универсальное суждение, и вы уже приходите к суждению необходимости. Вопрос есть? Следующее занятие 10 декабря. Следующее занятие через 2 недели, да? 10 декабря. 10 декабря, это хорошо? Да, куда надо? 10 декабря. До суждения. А как рефлексивно будет сказать о 10 декабре? Через 5 лет после празднования Сталинской конституции. Через 5 дней... После празднования Сталинской конституции. Это рефлексивное высказывание.
Ну как же запомнить, вот 10 декабря, как вот вы запомните? А день с Конституцией этого не забудете? Записать. А? Записать. Я хотел, ну как записать. Это вот записывать такое вот? Запишите день Октябрьской революции, был 25 октября, в скобках 7 ноября. Будете записывать? А? День Октябрьской революции не будете? Ну вот и так вот. Надо в голове какие-то есть вещи, которые не надо записывать. Или наоборот, если уже человек начинает их записывать, что-то у него нехорошо с головой. Вы день рождения свой помните? Да. Ну. День рождения страны помните? Какой? Помните. Какой? Какой? Какая у нас страна? Вы что, не знаете, что Россия правопреемник СССР? Чего вы спрашиваете так? Я знаю. Ну и все. Так, когда у нас... Почему? 7 ноября. Воля класса, разведен закон. У нас сейчас класс не тот, так что... Что значит не тот? У кого у вас? У вас, да, не тот класс, а у нас тот класс. В этой стране. Не тот класс. Какой в этой стране? Мы в нашей стране живем. Мы в нашей стране живем, а вы в этой живете. А вы откуда приехали, молодой человек? У нас некоторые партикулярности тут наметились. Я хотел сказать, что... В этой стране это мы, да, слышим часто. Какой-то класс там. Вы на позиции какого класса стоите? Рабочего. Ну все, да-да. На это можно и завершать. Так. 10 декабря.